Стоять, руки за голову. Долговато копошитесь, ребята. Я тут уже 6 минут пасусь. Капитан Дивов, мы вообще-то здесь для наблюдения за Басманом, а не за вами. Ну, конечно, за Басманом. А мы с тобой знакомы, дружище. Ты так и будешь меня на мушке держать. А то я боюсь, если дернусь, ты пальнешь. Вы у нас в списке возможных контактов Татьяны Марковой, как ее сожителя. Да и в новостях вас напарник мой видел пару раз. Узнал, когда зашли. Что вы здесь делаете, капитан? Пришел одну вещицу забрать. Очень нужно. Квартира опечатана. Мы опасного преступника ловим. Как-то надо соизмеряться. Извините, мужики. Но от того, что я сюда зашел, вашему преступнику ни горячо, ни холодно. Оружие верните, будьте добры. У меня документы и разрешения есть. Между прочим, вы его могли вспомнить? Вас учить надо? Хорошо, у нас тут внизу еще вторая смена есть. Сколько дней назад он сбежал? 3? Собирался бы сюда зайти, давно бы уже зашел. Вообще не факт. У нас очень продуманный экземпляр. 16 жертв как-никак. Капитан Дивов, я не хочу докладывать ни своему, ни вашему начальству об этом инциденте. Так что давайте разойдемся мирно. И я вас здесь больше не увижу. О неразглашении, я так понимаю, вы предупреждены? Вот и отлично.